сейчас будет интересно, дорогие друзья. Я вам гарантирую. Ты реально сочинил? Ну просто офигеть. Нет, я пока ехал к вам, писал текст. По голосу, это моя песня. Да ладно. Ну как да ладно, это моя песня. Да, цветуся до утра. Вот так. Сейчас будет интересно, дорогие друзья. Я вам гарантирую. У меня есть VIP-место на переднем сиденье. Садись вперед. VIP-место на переднем сиденье. Ой, я закрыла? Нет. Я смотрю, настроение очень хорошее. Анастасия. А, так чего плохо будет? А кто ты знал, что я Анастасия? Тут две Анастасии. Две Анастасии. Тут таксисты есть. Короче, девушки, я вчера ехал в такси. Да. Какой-то сумасшедший ехал. Рэп тут зачитывал. Такой говорит, три слова скажу и рэп зачитаю. Начал мне рэп читать, я охренел. Ну, валит реально круто. Вот он меня заразил рэпом, я теперь тоже пробую. Девушку рэп. Я хочу попробовать. Вот. Давай. Я не знаю, только вот начинаю. Вот вы три любых слова скажите. Ну, только не оценивайте меня там уже. Можете жестко. Ну, три любых слова скажите просто. Это как? Ну, три любых слова, что у вас в голове. Я попробую симпровизировать. Любовь тоже. Нам сейчас подходит. Про любовь? Да. Почему про любовь? Потому что мы... Потому что да. Потому что просто вот так. Я сегодня разгораю эти страсти вместе со мной на волне, сегодня 12. Здрасте, приятно познакомиться, меня зовут Димон. Мы готовы на битах сегодня полетать бегом. Я скорость набрал, я конечно не вру. Я готов показать на битах, я ду. По-другому не могу, я к этому привык. Я готов сегодня напрягать свой кадык, свой язык. Так тоже, по-другому парень и не может. Если я без вас бы ехал, я бы был безнадежен. Я бы так не знал, пока музы читаю под покровом ночи. Это будет очень сочно, прочно. Я готов зачитать точно. На этом рэпе не готов поставить от точку. Я тут сегодня будет офигенно все так. Ловлю я вместе с вами так. Вы сказали, Дима, зачитай ты про любовь. Он ведь зачитает, и все это поймем. Тут не будет у вас много как в сердцах. Но тут сегодня забыть и так размах. Зачем эта любовь? Мы едем тут втроем. Готовы тут сегодня делать это много так. Тут сегодня будет класс, вы говорите. Я знаю то, что мое сердечко вы покорите. Может, тоже покорю я ваше сердце. Я готова делать это все, конечно, до конца. Под биты на имени мы вы не смейте отрицать. То, что звезды постоянно будут в облаках мерцать. Когда читаю этот бас, мы так делаем, блин, кач. Мы не будем никогда плакать, Настюха, ты не плачь, ты не плачь. Конечно, разгорится. Мы сегодня будем делать это ваш принцип. А мы матом крыть не будем. Мы не будем нагонять сегодня много жути. Потому что он, по сути, так готовы рассказать на битах. Тут хип-хоп краса, хип-хоп икона. Тут сегодня хип-хоп стиля. Готовы тут сегодня делать на себе погасили. Я загадал желание. Я хочу вашего признания. Рэп читаю, это я. Я красава. Говорят девчата. Какие у нас будут еще сейчас слова? Давай. Ты реально за минуту сочинил? Я реально сочинил. Ха. Я все стереотипы убил. Каждый день я сочиняю. Хорошо, говори. Ловим мы сегодня ритм. Хорошо. Три темы, одно слово. Хорошо, смотри. Мы с ней две разведенки. Давай продолжим. Что это жесткое, блядь? Мы две страдальницы с ней. Мы готовы на битах сегодня позабавиться. Вместе со мной тут сегодня две разведенки. Хотя сегодня я супер, по-любому. Вы такого бить в клубе не услышите никак, они две разведенки. Но я готова зачитать мой голос звонкий. Они найдут своих суженых. Вот сегодня на битах меня обнаружили. Ваше счастье где-то впереди, а вам по квартире. Да не будете вы никогда грустить. Те ребята, которые вас бросили, будут постоянно рыдать. Я вас понять остались. Не могу понять, почему одни они.
остались, но красивые девчата найдут своих парней, потому все будет потом в огне. Желаю, чтобы они побыстрее нашли. Мы вместе сегодня ловим офигенный ритм. Две разведенки, но нам грустить не время, потому готовы мы качать. Тут сегодня время так мое, мы едем так втроем, готовы находить, мы в душе так много слов. Две разведенки, если честно, звучит как-то вообще. Оу, shit, это просто ужас, парень, и фигани тоже. Я знаю то, что ты найдешь скоро себе мужа. Может быть и парня нахер тебе замуж и идти. Лучше себе нормального паренька найти. Зачем это все надо, зачем это кольцо? Ты найдешь того, кто будет для тебя творцом. Он будет молодцом, будешь ты его любить. И прошу доску, жизнь сможешь забыть. Но ладно, не грустите, поболит, потом отпусти. Рядом со мной не будет тут нифига и грусти, а? Грусти, не будет, конечно, никакой. Скоро ты найдешь и скажешь, я люблю тебя, дорогой. Он обнимет так тебя рукой. Тогда на душе будет у тебя только покой. Ты будешь с ним постоянно в облаках парить. Будет постоянно у тебя закипать все внутри. Я сдаю на пятах сегодня экзамен. Ты мне скажешь, что рядом с ним мир замер. Они так офигевают, мы не замерзаем. Сегодня прокачал я две одиноких саи. Окей, готов это сегодня прокачать быстрей. Тут сегодня много так уже овации. Готовы на волне мы до конца сегодня остаться. Купаться в этой атмосфере. Главное лучше им поверить. И счастье вам, конечно, скоро постучится в двери. Вы найдете, конечно же, своих ребят. А пока я на бедах, вот такой вот адекват. Поэтому не говорите то, что вы развелись. Давай, все будет так прикольно, полетели просто ввысь. Ой! Не сказать не втерпешь. Мне девчонки говорят, давай ты нас заберешь без проблем. Давайте устроим гарем. Я, конечно, готов забрать свой плен, окей. Это будет торнадо, когда рядом они со мной находятся рядом. Тут не будет нифига, конечно, уже яда. Просто закачать. Так вали, тут сегодня не овощ. Мне, ребята, нужна скорая помощь. Там скорая помощи. Я не буду нифига тонущим. О май гад, я не гад. Мы готовы так вникать прямиком. Едем тут сегодня мы и мерцать. Звезды будут, найдете вы своих ребят. Я же так сказал. И потому глаза будут у вас гореть. Мы делаем туда потери пульса. Это будет так офигенно, просто офигеть. Блядь, какой ты классный. Салон Мусон. Все просто, а главное быстро. Вам готовы предложить помощь специалиста. Есть все необходимое для уюта в доме вашем. Сантехника, плитка, ламинат сделает ваш дом с незабываемым антуражем. Обои на любой вкус, изделия из керамогранита. Приятные цены, все доступно и открыто. Полная 3D-визуализация вашего проекта. Подход каждому клиенту для максимально положительного эффекта. Салон Мусон. Мы создаем уют в вашем доме. Ай-яй-яй-яй, как же ты красива. Ай-яй-яй-яй, тянет тебе силой. Ай-яй-яй-яй, что ж ты натворила. Сердце парня к себе забрала. Ай-яй-яй-яй, как же ты красива. Ай-яй-яй, улыбаешься так мило. Ай-яй-яй-яй, что ж ты натворила. Сердце парня к себе забрала. Это школьная любовь. Не сойдет улыбка с глаз. Когда вспоминаешь, но так бывало у всех нас. Помню, к ней подошел, как дела, хорошо. Как начали, это означает, полетела волна. Я знаю то, что будем мы сейчас до конца. Тут не будет грусти, и свет так уже горит. Я-то понимаю, что не будет обидно меня. Никаких мой час, ведь пробит. Настя попросила, Дима, дай свой номер. Может быть, я тебе его дам. Ты будешь моя Ева, и я буду твой Адам. Не будет мелодрам, да за год так взлетели. Я знаю то, что полетать, конечно же, хотели. Честно, вот на полном курьезе постоянно.
косяк, дорогие друзья. О, да. О, да. Супер. Я в шоке. А ты серьезно, только что все слова придумал? Нет, я пока ехал к вам, писал текст. Миром правит луч, у людей полно тревог, от любви по телу дрожь, но из доту один, но все это сбивает с ноги, постоянно тебя гложет, ведь найти так и не смог, кто бы стал всего дороже, кто помог все изменить, чтобы сдаться всем другим, чтоб без памяти любить, мог и ею быть любим, держа ее за руку на взлетную полосу, по глазам найдешь ее ты и по голосу, по голосу я узнаю свое счастье и принесу любовь, которую внутри себя храню, и в этот миг свое дыхание задаю, по голосу и по глазам прочитаю то, во что уже не верил сам, и лишь тебе одной смогу довериться, и все в лучшую сторону измерится. Ты знаешь эту песню? Конечно. Откуда ты ее знаешь? Да мы все песни знаем. Откуда ты эту песню знаешь? Я уже... Мы все грустные песни знаем. Да, Настя? Ты серьезно знаешь эту песню? Давай включишь что-нибудь еще более такое. Так это ж моя песня. Была. Под голосом, это моя песня. Да ладно. Ну как да ладно, это моя песня. Да ладно. Ты ее написал, типа? Ну, блин, да. Серьезно? Это нам всем повезло, типа, и мы такие, давай что любовь такое, и какой от нее смысл? Нет совсем покоя, когда ей одной зависим. Без тебя не нужно все, нету ни дат, ни чисел. Но скоро я уйду, и от меня не жди ты писем. Все обжигаются вокруг, пылает вся планета. На миллион вопросов ни единого ответа. Люди любят... Сейчас сделаем эксклюзивно. Сделав на битах, мне, конечно же, не жалко. Полетку тебе такая нахер инстасамка. Тут все больно басом, много так уж полетит. Готовы поджигать, мы без сомнения, я фитиль. Зеленый свет горит, они едут на буду. Я знаю то, что парень делает, это все круто, на буду. Я готов вместе с вами так зайти, мы будем делать это. Меня тянет, будто бы к магниту магнит, где-то мухи, как бы делать это надо. Это понимают, ведь девчонки со мной рядом. Сука, в голове, конечно, не бардак. Но вечная замута, это вечно суета. Они так попросили баса этого, я буду в роли так поэтому. Мошенника отпетого, готовы делать эту рифму и не одну. Давайте раскачаем эту глубину. Мы тут сюда утра, мы тут сюда утра. Сделать это все, конечно же, пора. А сделать это так, уже хотел. Поэтому тут всего, я буду в темноте. Забуду твою, забуду твою нас. Лучше по-любому, сегодня мы экстаз. Мы тут всем до утра, подпеваем так. Мы тут всем до утра и ловим это так. До утра! Наши в горку, эта малышка снимает тут сегодня сторку, дабы закинуть сторис в инстаграме, только ты не показывай это своей маме, а то она захочет вот такого взять, которая делает пати, мне это не жалко, потому готовы делать тут сегодня и не странно, тут сегодня так ночи, мне девчата говорят, давай-ка Дима не молчи, Дима тут сегодня готовы показать это так, удержу руку на пульсе, потому и врага тут не будет, да, готовы делать до конца, улыбка с лица не сойдет, и ритму не оттуда, пари найдет, едем мы на улицу не простую, песня полетела не одна и очень жесткая, но вы такого так не ждали, мы сегодня напитали, надавили, вместе было офигительно, для меня все делать это так неутомительно, до утра готовы делать это все, давайте мы хип-хоп очень много принесем, до утра, подпевайте, девчонки, бух сегодня будет жесткий, до утра, до утра, до утра, 12 туся, до утра, до утра. До утра, 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 до утра
забыто, это удали. Меня рядом нету, а тебя уже вдали. Почему друг другу шанса с тобой не дали? То, что пережили, так легко мы предали. Это все ты удали. Меня рядом нету, а тебя уже вдали. Почему друг другу шанса с тобой не дали? То, что пережили, так легко мы предали. Что такое любовь?